Здравствуйте, девочки и мальчики! Здравствуйте, зверята! Здравствуйте, Катя! Здравствуйте, девочки и мальчики! Ну что ж, а сегодня я предлагаю вам вспомнить, как ты, Афоня, с Гаврюшей разбили новогодний шарик. Ой, Катя, может быть, мы не будем вспоминать этот день? Мне так было стыдно. Афонечка, ну чего ты? Ну все же обошлось. Давай вспомним, и ребятам будет очень интересно. Ну ладно, давайте, Катя, вспомним. Итак, внимание, малыши. Не догонишь, не догонишь, не догонишь, не догонишь. Ой! Шарик разбился. Ой, какой красивый был шарик. Теперь нам от Кати попадет. А давай его спрячем и не покажем Кате, она ничего не узнает. Да, давай, давай спрячем. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, зверята. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Катя. Скоро Новый год. Я принесла для вас, посмотрите, какую красивую елку. И украсил ее новогодними шарами. Ух ты, действительно, очень красивая елочка. Да. Ой, а кажется, здесь у меня был шарик. Шарик? А нет, не было шарика. Это такой вот золотой шарик, да? Да, действительно, Гаврюша, золотой. Я такого не видел. Не видел он такого. Не видел я. Интересно, откуда же вы знаете, что он был золотой? А я случайно угадал, Аф. Так. А давайте-ка мы сегодня с вами будем делать игрушки из бумаги. Что, сами? Сами, Афанасий. Я вот подумала, что стеклянные шарики, они очень часто бьются и куда-то исчезают. А я решила, что лучше всего делать украшения из бумаги. Ну вот, ты игрались, Гаврюша. Теперь сами будем делать украшения. А что нам для этого потребуется? Для этого нам с вами понадобится цветная бумага, а также клей и ножницы. Это вам. Итак, что мы с вами делаем, малыши? Мы берем с вами цветную бумагу и вырезаем из нее полоски. Это совсем не сложно. Полоски, малыши, могут быть разной длины. Вот посмотрите. А затем мы с вами берем клей и склеиваем. Так. Склеиваем на конце. И у нас получается вот такое колечко. Это совсем не сложно. Затем мы с вами совываем следующую полосочку и тоже ее склеиваем. Так. Вот, посмотрите. Посмотрите, малыши, что у нас с вами получилось. Вот какая гирлянда. Катя, а вот смотрите, что у меня получилось. Ух ты, какая красивая гирлянда получилась, Афанасия. И у меня получилось тоже. Молодцы красивая. Вы у меня. А теперь давайте с вами сделаем еще одно украшение на елку. Фонарики. Как еще фонарики? А мы всего-то один шарик разбили. Почему мы еще будем делать какие-то фонарики? Так. Оказывается, это все-таки вы разбили шарик. Да, мы играли в догонялки. И шарик разбился. Да. Это очень плохо, что вы хотели от меня это скрыть. Ведь очень важно быть честным и признавать свои ошибки. А мы не хотели вас расстраивать, Катя. А вы меня расстроили тем, что хотели от меня это скрыть. Простите нас, Катя. Мы больше так не будем.
Ну ладно, тогда фонарики мы с вами будем делать в следующий раз. А сейчас давайте с вами выучим стихотворение для Деда Мороза. Давайте, давайте выучим, давайте. Что? Гирлянду сделали, так еще и стихотворение учить? Афанасий, Дед Мороз всегда дарит подарки только тем, кто выучил для него стишок. А ты можешь остаться без подарков. Как это без подарков? Нет, я так не хочу, я хочу подарок. Хорошо, хорошо, я согласен, я буду учить стишок. Дед Мороз прислал нам елку, огоньки на ней зажег, и горят на ней иголки, и на веточках снежок. В каждом доме много света, наступает Новый год. Белоснежная карета Дед Мороза привезет. Ровно в полночь вспыхнут ярко в небесах гирлянды звезд. Не приходит без подарков в этот праздник Дед Мороз. Соберется возле елки развеселый хоровод. Лисы, зайцы, белки, волки все встречают Новый год! До свидания, ребята! До свидания, друзья! До свидания! До новых встреч на веселом уроке!